театре оперы и балета вовсю проходят репетиции предновогодних премьер. Одна из них – сказка «Волшебник изумрудного города». Ее особенность – анимационный экран, который взаимодействует с актерами и полностью погружает зрителя в атмосферу сказки и волшебства. Зритель словно сам проживает историю девочки Дороти и ее верного друга пса Татошки, попавших в чудесную страну. Оживший экран – не единственный сюрприз спектакля. У нас еще будет интерактив небольшой, да, в зале у нас будут ходить герои по залу, то есть можно будет как-то с ними ближе познакомиться. Вот, это из каких-то таких особенностей. Мы попытались в этом спектакле сделать, именно задействовать все пространство сцены. У нас даже оркестровая яма будет задействована, именно, как сказать, у нас будут там существовать персонажи некие. Еще раз говорю, что будет достаточно много интересного и, может быть, необычного для театра оперы и балета. Татошка, не мешай, пожалуйста, Дороти. Шиша! Шиша! Сказка добрая, очень интересная, живая. Поэтому приглашаю всех. У нас новогодняя кампания начинается с 15 декабря и после Нового года. С 15 декабря по 6 января юных зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными друзьями. Следите за афишей театра. Шиша Фигус, приходите! Екатерина Устюшенко, Данила Жарко, Михаил Киселев, телекомпания АТВ.